судный день Аллах Субхана ва Тааля соберет своих рабов, восстановит справедливость Субхана ва Тааля. Не будет ни одного ущемленного. Не будет ни одного ущемленной и ни одной несглаженной обиды. Каждый человек получит свиток, то есть свои свитки, записью своих дел, и в этом списке будет учтено все большое и малое, важное и незначительное. Величайшая трагедия, уважаемые братья, когда мы видим, как много молящихся и постящихся, казалось бы, равнодушны они к благам этого мира и усердно поклоняются Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля, но продавая или покупая что-нибудь, обманывает без совести. То есть тут же тебе смотрят в глаза и обманывают. Среди мусульман это на рынке мы, там бывает, как бы встречаемся с этим, во время купли-продажи смотришь, иногда, субханаллах, бываешь, как так возможно? Человек молится, постится. У него есть малямихи таква, из него исходят эти некие знаки богобоязненности, но несмотря на это, во время сделок он обманывает. Поэтому хотелось бы именно напоминание такое сделать вот этими хадисами, чтобы мы знали. Может быть, кто-то из нас не знает эти хадисы. Может быть, кто-то знает, но он забыл о них. Может быть, фазекир инна зикра танфа'аль муминин. Напоминание, поистине напоминание помогает верующим. А кто-то знает и все равно как бы не хочет этому идти. Это страшно. И вот на сегодняшний день вот таких неправильных харамных сделок много. Некоторые приведем. Первое из запретных действий, распространившись на сегодняшний день, можно встретить на рынках, когда это уменьшение в весах, то есть когда подкручивает кто-то весы. Аллах Субхана ва Тааля отдельно не спасал аяты в сурат аль-мутаффифин. Вайлун лиль-мутаффифин. Аллах Субхана ва Тааля сказал: Вайлун лиль-мутаффифин, аллазина иза икталу аля-н-наси йастауфун, ва иза калухум ау вазанухум йухсирун. Ала йазунну улаика аннахум маб'усун лийаумин 'азим. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Аллах начал свой аят со слов горя обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами отмеривают или взвешивают другим, то наносят им урон. Разве не думают они, что будут воскрешены в великий день? يوم عظيم, великий день, судный день. Тот день, когда люди пристанут перед Господом миров. То есть Аллах Субхана ва Тааля здесь возвеличил Субхана ва Тааля этот великий день, не просто судный день, Яум аль-Кьяма, здесь сказал Яум аль-Азим, великий день, когда они будут воскрешены перед Рабб аль-Алямин, перед Господом миров. То есть мы должны бояться таква, богобоязненность должна быть не только в взаимоотношениях между нами и Аллахом, мы должны бояться Аллаха Субхана ва Тааля в взаимоотношениях среди братьев мусульман. Также Аллах Субхана ва Тааля сказал: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете меры, и взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекрасней по исходу, сказал Аллах Субхана وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Также Аллах Субхана ва Тааля сказал: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес. То есть нельзя обманывать на весах. Много аятов об этом. Человек, который стремится к запретному, подкручивает весы, чтобы они показали больший вес, совершает огромный грех перед Всевышним Аллахом. Огромный. Он обманывает людей и присваивает чужое имущество, ворует, без всякого права на это. Также бывает, например, когда люди обманывают, там, например, как мясо продают, там, берут деньги за мясо, туда больше костей кидают. Или там, например, золото продают, как чистое золото, туда добавляют другой смеси и так далее. И продают, как чистое золото, тоже сюда это входит. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا تجعله فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم. Абу Хурейра رضي الله عنه передает: однажды посланник саллаллаху алейхи ва саллям, проходивший мимо там торговцев, которые продавали зерна,
погрузил в него руку, и пальцы его ощутили влажность там. То есть была кастрюля, туда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям погрузил руку, и там на дне где-то посередине влажно было. Зерно сверху сухое, внутри влажное. И тогда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям спросил: «Что это, о хозяин зерна?» Тот сказал: «Его попортило небо», то есть дождь был. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, воскликнул: «Так почему же ты не положил подмоченное сверху, чтобы люди видели его? Почему ты это скрыл?» То есть ты свой товар в красивом виде показал, а изъяны не показал. И потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Обманывающий нас не имеет к нам отношения. Ман гашша фалейса минни». Тот, кто обманывает, тот не из нас, сказал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис ясно указывает на запретность мошенничества и там при продаже. Бывает то же самое, когда человек, например, скроет какие-то изъяны, там, машину продает, там, он знает, там есть такой-то, такой-то изъян, но его не видно, но он не говорит о нем. То же самое. Также, то есть, на сегодняшний день вот этот вот упомянутый случай с Пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, сегодняшний день встретить это не редкость. Продавцы на сегодняшний день всячески хотят улучшить внешний вид своего товара плохого, чтобы покупатели покупали у них. Но это является великим грехом, и мы должны об этом знать. Также одна современная сегодняшняя такая обман, беда, привычка продавцов – сбывать товар с помощью множеств клятв. То есть «Валлахи, билляхи, таллахи», и он обманывает. А тот мусульманин верит ему. То есть из-за чего? Из-за его клятвы. «Валлах, я его купил за столько», а он его за столько не покупал. Но мусульманин должен верить мусульманину. Он верит на его клятву. Это тоже запрещено шариатом. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и бывает, это ладно, еще бывает, иногда человек клянется помимо Аллаха еще с чем-то. Клянется там мамой, честью, там еще с чем-то, астагфируллах. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман халафа бигайри ллах, факад кафара ау ашрак». Кто поклялся не Аллахом, тот совершает куфр, неверие или ширк. Раваху Тирмизи, ва хуа сахих. То есть также хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который передал Абу Зарр: «Саласатун ла юкаллимухум Аллаху яум аль-кияма, ва ла янзуру илейхим, ва ла юзаккихим, ва лахум азабун алим. Кал, факараха Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, саласа мирар. Кал Абу Зарр: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب رواه مسلم. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с тремя не заговорит Аллах в судный день. Три вида людей Аллах не будет с ними разговаривать, не посмотрит на них и не очистит их. Им уготовлено мучительное наказание. Абу Зарр сказал: «Посланник Аллаха повторил эти слова три раза». То есть на важность. Три раза повторил эти слова. Абу Зарр сказал: «Они потерпят неудачу и окажутся в убытке. Кто же они, о посланник Аллаха?» На что сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, опускающий края одежды с высокомерием, попрекающий своими благодеяниями людей. То есть когда человек сделал что-то благое, говорит: «Вот помнишь, я тебе там лет 10 назад помог». То есть ты не забывай, бывают такие люди. Помогли ради кого? Ради Аллаха, субхану ва тааля. Забудь это все. Ты помог ради Аллаха, субхану ва тааля. А он начинает: «Помнишь, я тебе в том году тебе помог. Не забыл ты это? Знай, кто тебе помог». То есть вот такой человек, Аллах, субхану ва тааля, ему готовит сильнейшее наказание. Аллах, субхану ва тааля, не будет с ним разговаривать. Не простит его, не очистит его. Почему? Потому что понятно, что он отсюда, понимаете, что он этот поступок не ради Аллаха совершил. И третий, сбывающий товар с помощью ложных клятв. Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-халифу мунаффакатун лисиляти мумхаккатун лбарака». Клятва помогает сбыть товар, но уничтожает благодать. Раваху Аль-Бухари ва Муслим.